Суицид или несчастный случай? Вчера в центре Мурманска погибла женщина. Она выпала из окна 9-этажного дома, в котором расположена гостиница «Моряк». На месте происшествия весь вечер работали полицейские. По предварительной информации, женщине на вид 40-45 лет. Ее обнаружили под окнами гостиницы без верхней одежды. По всей видимости, погибшая выпала из окна 9-го этажа, где находятся офисы и комнаты для курения. Документов у жертвы при себе не было. Сотрудники правоохранительных органов в карманах обнаружили лишь пачку сигарет. По предварительным данным, в ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции было установлено, что потерпевшая могла выпасть из окна 9-го этажа гостиницы, расположенной на улице Книповича. В настоящее время личность ее устанавливается. Сотрудниками полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.